Локомотив продолжает своеобразный промо-тур по столичным детским садам и школам. Сегодня на очереди центр образования 429 «Соколиная гора», совсем неподалеку от стадиона. Наш красно-зеленый десант уже высадился в этой школе. Ну а главное, что предводители нашего своеобразного тура Изекель Хенти и Владислав Игнатьев уже на подъезде, и детишки их ожидают. Да, своих кумиров ждете? Да! За кого болеем? В просторном физкультурном зале, как на линейку, собралось около 200 школьников разных классов. Ребятам традиционно рассказали об истории клуба и показали несколько роликов от Лока ТВ. После презентации школьникам предложили поучаствовать в викторине, где за правильные ответы вручали призы и сувениры от Локомотива. А потом на паркет вышли главные герои встречи – наш нападающий Изекель Хенти и полузащитник Владислав Игнатьев. Футболисты провели мастер-класс, показав несколько упражнений с мячом, и предложили то же самое повторить самим школьникам. А позже состоялось и главное событие – настоящий футбольный матч. Трудно себе представить Игнатьева и Хенти, выступающих по разные стороны баррикад, ведя за собой целую ораву детей. Наш нападающий не только забил 3 мяча, но и надежно отыграл в защите. Все очень понравилось. Здесь совместилось две моих страсти. Это любовь к детям и любовь к Локомотиву. Здесь поэтому сегодня было все вместе. С детьми всегда очень приятно общаться, потому что я всегда очень искренний и без всякой фальши. Получил сегодня гору удовольствия. Но и Влад отличился не меньшим количеством голов и результативных передач. В какой-то момент ребята увлеклись настолько, что сложилось впечатление. Игра проходит не в физкультурном зале со школьниками, а на настоящем стадионе в очередном туре чемпионата России. Не устал сегодня? У вас такой был насыщенный активный матч. Ты забил 3 или 4 мяча даже. В конце устал, да. Вначале нет, потому что пешком ходил. Вот, а так потом уже... подзавелись немного, и уже хотелось, конечно, победить, да, и принести победу своей команде. Ну, какие вообще эмоции остаются вот от общения с детишками, не знаю, от таких поездок? Какие эмоции? Самые положительные, да, когда смотришь на эти счастливые, веселые лица, да, которые улыбаются, просят автограф, в принципе. Может, для кого-то это действительно прям останется каким-то запоминающимся моментом в его жизни. И в дальнейшем он тоже может пойти там по нашим стопам. Почему нет? Мне понравилась игра, как мы победили, вошли в финал и 2 раза победили. А вам? Мне очень было интересно смотреть, как играют в футбол. И вот девочки, мы очень сильно все болели. Вот мы даже, кажется, голос сорвали. А придете также на стадион за Локомотив болеть? Конечно. А вообще что-нибудь о Локомотиве знали до сегодняшней встречи с футболистами? Нет. Но теперь выбор очевиден, да? Ну да, знали на самом деле, потому что у меня бабушка за него болеет очень сильно. Вот. Ну, мне вообще все понравилось, но был очень завораживающий матч и интересно было. За кого теперь будем болеть, ребят? За Локомотив!